В городе Шуша прошел очередной день третьего летнего лагеря диаспорской молодежи. В рамках программы организовано панельное заседание на тему «История независимости Азербайджана». Докладчики говорили об истории независимости азербайджанского государства, периоде демократической республики, о том, что национально-освободительная борьба нашего народа увенчалась утверждением государственной независимости, о пути, который привел Азербайджан к блестящей победе. Деятели науки и культуры ответили на интересующие молодежь вопросы.